выставка называется «Притяжение реализма». А для меня притяжение реализма – это насколько он притягателен зрителю, наверное, об этом она, что он, чтобы зритель шел, как-то притягивался. У меня такое понятие какое-то об этом. А то, что он притягателен, это надо просто приходить и смотреть, и выбирать уже. И интересно, что вроде бы реализм, а он разный, он и такой, и сякой, и как-то здорово. Сначала даже не думал. Я сам скульптор, но тоже, наверное, реалист по-своему. А тут в основном живопись, и интересно, и хорошо. Приходите, смотрите. Будем ждать.